Всем привет! Вот сегодня решил сделать, так как у меня оказалось две сумочки вместе, решил сделать небольшой сравнительный тест по сумкам. Вот сумочка с правой стороны у меня Sims Headwetters Pro Waste Pack. Вот по объему это 8 литров, и сумочка 2014 года Sims Headwetters Hip Pack. По объему она у нас 5 литров. По размерам сумочки это немножко более вертикальная сумка, она у нас идет в высоту, но по глубине она меньше. Эта сумка более глубокая, широкая, возможно так сказать даже. Вот она у нас чуть-чуть дальше. По размерам у нас получается 30 сантиметров здесь. Те же самые 30. То есть по ширине сумки абсолютно одинаковые. Ну вот по глубине, наверное, все-таки я, ну, возможно, нагружу сумки, тогда будет более объективно. Сейчас по замерам у меня 14 сантиметров. Вот. И эта сумка, если мы ее нормально выпрямим, то есть где-то 20-21 сантиметр. Вот. Сумочки. Каждая сумка сама по себе вот интересна. В этой сумочке у нас есть передний кармашек. Вот удобные вот такие вот платформочки, которые можно закрепить снаружи под абсорбент или флюр, возможно. Вот. И имеет одно отделение, вот, которое может вместить все, что вам надо для походной рыбалки. То есть здесь у нас 8 карманов удобных, то есть вы расстегиваете одну змейку, вот, и получаете доступ сразу ко всем приманкам, которые у вас есть. Не знаю, с моей точки зрения это очень удобно. По бокам есть два кармашка на резинках, чай, бутерброды. Также снизу удобные ремни. Крепим сюда дождевик, ветровку, регланчик, кому как удобно. Также сам плечевой ремень отстегивается. Вот, если вам не надо плечевой ремень. Или же поясные ремни прячутся во внутренний карман потайной. И тогда у вас, в принципе, все красиво получается. На боковых поясных ремнях у нас здесь ничего нету, вот такая вот есть одна лямочка или ремешок, ну, с другой стороны такая же, ну, то же самое в принципе. Все, вот такая вот небольшая вертикальная сумочка, куда влезет все самое необходимое. Переходим к следующей сумке Sims Headwetters Pro Waste Pack, модель 2012 года, 8 литров, очень вместительная. Вот для людей, которые любят с собой взять на рыбалку все, что у них есть, но очень редко это все может вам пригодиться. В основном работает какой-то отдельный силикон, который можно было бы, например, положить просто в одну коробку, например, взять с колебалками или с вертушками еще, например, тот же кошелечек. Вот, сумочка у нас идет на три отделения, очень вместительная. Внутри очень много кармашков. Также есть внутри кармашек на змейке, куда можно спрятать, например, те же документы. Вот. По бокам также есть еще карманы. Удобный ремень плечевой отстегивается. Не нравится плечевой ремень, например, хотите на поясе, пожалуйста. Не нравится пояс, прячьте вовнутрь. Здесь есть потайное отделение. Надеваете просто сумочку через плечо. Вот, и спокойно себе ловите. Сейчас я попробую по максимуму нагрузить одну сумку, вот, вторую сумку, для того, чтобы видеть разницу, вот, по литражу, также, ну, по вместимости. Значит, переднее отделение мы прячем, например, один кошелек. Я беру, в принципе, который занимает пространство. Вот, второе отделение немножко уже побольше, более вместительное. Можно две коробки Марко Поло стоя. Вот. И третье отделение самое большое вместительное. Или же фотоаппарат, например, помещается. И тот же кошелек. Вот. Можно, например, термос, пожалуйста. И несколько коробок Reversible 19 сантиметров в длину, и еще пару бутербродов вам влезет. Также по бокам еще карманы есть, не знаю, весы, липгрип, флюр,
ну, можно, в принципе, нагрузить. То есть это все у нас, давайте уже так я нагружу, 3-4, вот так вот. То есть вот так вот это все у нас получается. Вот. Давайте одену для наглядности, чтобы было понятно. Так, вот так вот. То есть нагрузили, ну, будем считать, что по максимуму. Вот. Поясной ремень распределяет нагрузочка. Вот, на спину, то есть все хорошо, все классно. Берем вторую сумочку. Вот, она у нас объемом 5 литров. Вот, выполнена в более вертикальном исполнении. Я то, что мы вместили 8-литровую, беру, складываю сюда перед собой. Попробую, что у нас скажет 5-литровая. Это мы застегиваем. Так, здесь у нас еще две коробочки спрятаны. Ну и кошелечек. Так. Есть сумочка. Берем вторую сумочку. Вот. Термос можем сбоку. Вот сюда вот. Возможно, бутылку с водой. С левой стороны, я не знаю, те же весы, лип-грип, пожалуйста. Передний карман, кошелек, плюс марка Polo, пожалуйста. Закрываем, расстегиваем отделение, большое вместительное, сюда же. Два реверса было, марка Polo. Вторая стеночка. Посередине у нас еще остается место, я не знаю, еще кошелек. Возможно, вот есть еще коробочка, в которую можно будет положить катушку. Ну, тогда надо будет хотя бы одну коробку достать с одной стороны, для того, чтобы она сюда влезла. Вот. Ну, не слишком удобно, наверное. Давайте я вот так вот. Я перекомпоную, возьмем просто эту коробочку сюда. Можем, в принципе, и так, не знаю, влазить. Вот, застегиваем это все дело. Так, на мне она будет приблизительно выглядеть в нагруженном состоянии. Вот так вот. Вот. Сумочка под нагрузкой. Не широкая. Вот, удобно, комфортно и где-нибудь ходить. Вот, так же самое. Ну, перед собой она не очень мешает. Вот, вы открываете одно отделение, у вас доступ ко всем коробкам, я не знаю, коробку я достану. То есть места много, здесь 8 карманов, плюс посередине довольно-таки широкое пространство. Можно и кошелек будет один или два положить. Вот. Все удобненько и комфортненько. Так, ну, давайте сделаем небольшой, подытожим. Вот, сравнительный тест. Вот, то есть сумочки. Одна более старого года выпуска, другая более новая. Вот, здесь у нас 5 литров, здесь 8 литров. Здесь, ну я не знаю, можно еще, наверное, было бы пару коробок сюда запихнуть, но вопрос, стоит ли и зачем. А вот, здесь выполнено больше, ну, шире, я знаю, так оно, вот так вот оно имеет немножко больше. Эта сумочка у нас более плоская, более аккуратная, но вертикальная. То есть, соответственно, она будет немножечко выше. Разница у нас здесь приблизительно в районе 5 сантиметров. По вместимости, я не знаю, ну плюс-минус одинаково. Я не думаю, что вы будете с собой тащить сколько тут, 2, 4, 6, 7, 7 коробок с собой одновременно для того, чтобы вот, пытаться поймать рыбу. То есть, все самое необходимое у вас влазит, поэтому каждый делает выбор для себя. Подписывайтесь на мой канал. Вот, если есть пожелания, комментарии, пожалуйста, оставляйте под видео. До новых встреч. Планируются еще обзоры. Возможно, буду так же самое делать сравнительные обзоры в будущем. Все, до встречи.